Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада встрече и, конечно, возможности обсудить важные вопросы. В обществе еще остались важные вопросы. Общество только и занято тем, что формулирует важные вопросы, пытается найти на них ответы. Но нужных ответов нет на эти вопросы. И с каждым днем все больше вопросов накапливается, все меньше ответов адекватных есть на эти вопросы. Я рискую зайти с вами сейчас в философствование, но мне кажется, что поиск нужных ответов – это самая важная задача на сегодняшний день. Согласен. Скажу так, признаюсь вам сразу. Один из главных мотивов приглашения вас в эту программу стал все-таки тот пост, который вы занимали. И вот поскольку сейчас именно к экс-генпрокурору и вообще генпрокуратуре приковано очень большое внимание, мне хотелось бы поговорить с вами и узнать ваше видение того, что происходит, правильно ли происходит, да, и какие вы видите возможные варианты развития событий. Интересная тема. Вот смотрите, все общество, все наши партнеры по развитию знают на сегодняшний день одно. Принят закон о прокуратуре, и мы заняты тем, что мы реформируем прокуратуру. Вот что вы об этом думаете, когда слышите такие слова? Первая мысль, которая им приходит в голову, в том, что они чуть-чуть вводят в заблуждение народ. Никакого нового закона нет, а все лишь ряд изменений и дополнений в действующий закон о прокуратуре, который, кстати, был разработан, этот закон, рабочей группой под моим руководством в 2008 году. Я же представил этот закон на пленарном заседании парламента. Тогда по экспертизе с этой группы единственным упущением, с которым они согласились, что нельзя это делать, это порядок назначения генерального прокурора. Они понимали, что здесь конституционное регулирование, и для изменений Конституции потребуется не один год. Поэтому они согласились, что важно принимать этот закон, а впоследствии, при наличии определенных условий конституционного большинства в парламенте, будет изменен и порядок назначения генерального прокурора. Фактически на сегодняшний день, с точки зрения законодательного регулирования, только порядок назначения генерального прокурора является важным упущением или важным, скажем, обязательством Республики Молдова перед так называемыми внешними партнерами. Я вам верю, потому что как-то в одном из интервью, задолго до принятия нынешнего закона, вы совершенно откровенно сказали так. Систему органов прокуратуры Молдовы может спасти только она сама своей деятельностью. Действующее законодательство большей своей частью соответствует европейским стандартам, за исключением порядка назначения генерального прокурора. То есть вы это говорили еще тогда, я так понимаю, что готовы подписаться и сейчас. Так это и есть правда. Это и есть. То есть я так понимаю, что все прокуроры Республики Молдова, если следовать логике вашего ответа, должны быть вам благодарны за разработку этого самого закона, который сейчас был принят, в котором, ну почему нет, там и повышение заработных плат, значит, прокурорам, да, предусматривается, и снижение уровня начальников, да, над одним конкретным прокурором. Большая независимость прокурора при как выполнении своих функциональных обязанностей. Мы это поговорим, там они становятся менее военизированными, если можно так выразить. Они никогда не были военизированы. Ну, считается, это игра словами. Кстати, у них специальное звание, как у госчиновников и у судей, а не воинские звания. На них не действуют уставы, воинские уставы, которые предполагают по званиям там подчинение низшего перед вышестоящим. Но оружие-то забирают. Оружие только при наличии на то реальных оснований. Оружие прокурора не является носителями табельного оружия, кстати. Их полномочия не предполагает применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Так зачем тогда в законе прописано, что лишают их права ношения? Что меняется?
Значит, ничего не меняется. Ничего не меняется. Это игра словами. Я скажу более. Значит, получился большой конфуз. Кстати, мы этот закон о прокуратуре, рабочая группа в сотрудничестве с европейскими экспертами, это были очень высокие эксперты. Скажем, только генеральный прокурор Ирландии, господин Джеймс Хэмилтон, что-то говорит. Это был вице-председателем Европейской ассоциации прокуроров. Мы разработали совершенно бесплатно. Европейцы же для изменений нескольких статей этого закона дали кучу денег. И получился конфуз. Мы разработали закон и добились его принятия за год, а тут 2 года внесли изменения нескольких статей касательно так называемой демилитаризации, которой и не было. Это конфуз. Касательно изменений формы на этот балахон. Пусть меня извинят, на мантию, но некоторые прокуроры сами его называют балахоном. Извините, от этого статус прокурора изменится, что он не пойдет, кстати, в довольно красивой форме. Она выделяет прокурора в процессе, делает его более, скажем так, ответственным по отношению к этой форме. А вот эти знаки отличия, это все лишь говорят о классном чине прокурора, а не о воинском звании. Это тоже игра словами. При отсутствии реальных предложений касательно модернизации и структуры, и деятельности прокуратуры, люди на эти европейские деньги предложили то, что смогли. Я рискну предположить, почему появились европейские деньги и на что рассчитывали европейцы. Понимаете как? Вот когда копалась в новостях, искала там вот ваши высказывания по поводу реформы 2008-2009 года, нашла, значит, ваш отчет на заседании коллегии, которая в 11 годов, по-моему, там даже совпало с днем работника прокуратуры, и вы там подводили итоги, делились своим впечатлением. Знаете, в чем разница? Прочитав этот доклад, я поняла одну вещь, что когда вы были генеральным прокурором, то вы больше говорили о преступности. Вы говорили, что вот генеральная прокуратура должна бороться с преступностью, вот несмотря на то, что она выросла там на такой-то процент, ну вот раскрываемость там, то есть... А сейчас-то другие времена. Сейчас генпрокуратуру европейцы, и не только они, а в нашей стране практически подавляющее число граждан, они заставляют ее бороться с коррупцией. То есть, когда вы были генпрокурором, так часто это слово не звучало. Хотя, я думаю, были свои у вас там проблемы Звучало. Более того, на заседании коллегии минимум 2 раза в год мы рассматривали деятельность прокуратуры и Центра по противодействию коррупции именно по работе в этом направлении. Профилактическое начало, сотрудничество с местными и центральными органами власти и управления, качество уголовного преследования, качество поддержания государственного обвинения в суде и суть приговора, соответствует ли наказание, которое назначено чиновнику за коррупцию, степени опасности его деяния, скажем так. То есть так называемое профилактическое воспитательное воздействие приговора на общество и на чиновника. Сегодня вообще коллегия в нарушении Конституции не создана, хотя в Конституции есть прямое указание на то, что генеральный прокурор в течение месяца после назначения на должность представляет парламенту для утверждения состав коллегии. Они сказали, что это есть высший совет прокурора, но у высшего совета прокурора совершенно другие функции. А коллегия имеет конституционное регулирование. И вот мы рассматриваем на коллегии важные вопросы касательно соответствия законодательства, противодействия коррупции стандартам и требованиям для эффективности деятельности прокуратуры, центра. Мы рассматриваем даже на коллегии деятельность тех или иных министерств и ведомств, которые имели первичные сигналы о готовящемся либо имеющем месте акте коррупции и о том, что они не предоставили соответствующие материалы прокуратуру. Я помню ваш старый спор с Министерством внутренних дел. Тогда только конечно, ленивый не был в курсе, что у нашей Генеральной прокуратуры сложные отношения с Министерством внутренних дел. Это не были личные сложные взаимоотношения между мной и Папуком. У меня было современное видение и современный взгляд на борьбу с преступностью. А у него на нет. Том, что у нас должны быть снижены риски осуждения в Европейском суде по правам человека за пытки, за нечеловеческое обращение. А Папук зачастую действовал по принципу, что результат все оправдает. А зачем нам такой результат, когда показания выбиты психологическим воздействием, физическим воздействием на подозреваемого, а в суде он отказывается от этих показаний. И вообще, если нас осуждает суд, Европейский суд по правам человека, правительство, и мы платим деньги, то нужен ли нам этот приговор, который добыт вот такой ценой, нарушением прав человека?
Я бывали случаи арестовывал даже людей в серьезных погонах полковников за довольно дерзкие преступления. Это тоже не нравилось тогдашнему министру внутренних дел. Но я всегда говорил, что должно быть сотрудничество между ведомствами, что у МВД свои задачи, у прокуратуры свои. Мы должны действовать на основе закона. Давайте возьмем 7 апреля. Нас же подставила тогда полиция ночью, когда, грубо выражаясь, применили пытки в отношении ни одного задержанного. Я вас слушаю, и в голове крутится другой вопрос. Вот вы говорите о том, какие были сложные отношения с полицией. Я понимаю, не так, так и было. Ну, с МВД, да, с министром Попуком, как вы это сейчас сформулируете. Хотя я считаю, что надо шире здесь смотреть, потому что у нас всегда в обществе между силовыми министерствами существовала такая негласная, не скажу война, но конкуренция уж точно. Вы говорите, я арестовывал чинов, да, подполковников, вы сказали. Да, за очень серьезные преступления, скажем. Если можно, чтобы вы сейчас ответили откровенно, я никогда не поверю просто, что вы предпринимали такие шаги, учитывая ту ситуацию, которая была при правлении коммунистов, что вот генеральный прокурор Гурбуля без совета с президентом или из его советников принимал сам эти решения, зная, что он наступит на хвост, например, господину. Никаких согласований с президентом не было. Иногда даже Попук пытался жаловаться президенту. Но когда я информировал президента, что в результате длительной пытки одной женщины, чтобы она отказалась от раздела имущества со своим мужем, бывшим работником полиции, женщина порезала себе вены. И это стало достоянием гласности. Я тогда спросил, может ли их включить в штат прокуратуры на ответственных должностях этих работников полиции. Женщина попыталась кончить жизнь самоубийством в кабинете этого оперативного работника, который пытал ее для того, чтобы она отказалась от своих требований в суде по разделу имущества. Или несколько работников полиции, которые избили в дежурной части до смерти задержанного. Здесь что, опять-таки талоны на усиленное питание, как говорил один киногерой. Когда спрашивал прокурора, который ведет расследование, как ты думаешь, какова мера пресечения должна быть здесь? Валерий Владимирович, только предварительный арест. Вы хотите сказать, что за всю вашу работу ни разу не было использовано в отношении вас телефонное право? Использовалось. Ну, вот видите. Использовалось. То есть я догадываюсь, право. Что и это было неоднократно. Да, и говорили так. Ну, советники президента имеют некоторые права позвонить. Нет, советники президента не пользовались телефонным правом. Кстати. А кто пользовался, сам президент? Даже, скажем так, даже председатели парламентских комиссий. Они пытались, но я им очень четко и очень вежливо объяснял, что здесь вот такая ситуация. Извините, я вас уважаю, но здесь президент совсем другая. Нет, тогда получается президент пользовался этим. Он мог позвонить генеральному прокурору. Кстати, господин президент, это воспринималось как телефонное право. Но давайте возьмем. Генеральный прокурор является членом Высшего совета безопасности. Генеральный прокурор участвует на заседании Высшего совета безопасности, где рассматривается важный вопрос обеспечения национальной безопасности. Выступает президент, это становится достоянием гласности, это снимается. И он говорит о том, что необходимо прокуратуре сделать то, другое. Мы это делали. Но это мы делали, основываясь на законе, а на личное указание президента. То, что там предоставляли серьезные данные касательно тех или иных преступных явлений. А общество, ну, здесь не общество, а часть прессы передергивала, говорит, вот на основе указаний президента действует. Мы бы этого сделали, имея эту информацию без указаний президента. Более того, по многим из этих вопросов, которые рассматривался в Совбезе, прокуратура уже возбуждала уголовное дело. Вы хотите сказать, что вы ни разу не выполняли политический заказ? А какие это были политические заказы? Если вам президент звонил как глава Высшего совета безопасности, то это один компот. А если звонил по поводу других каких-то дел, в том числе громких, в том числе были, которых задействованы, были громкие, конечно, дела. Я не стану их называть, но вы сами знаете. Но эти громкие дела рассматривались на основе материалов Счетной палаты. На основании материалов Счетной палаты. Не только. И там была фактология, мы ее не придумали.
По всем этим вопросам я готов отвечать, и я отвечаю за свои слова. Там была конкретная фактология, и по ней мы давали правовую оценку. Многие не соглашались с правовой оценкой прокуратуры, но никто не оспаривал наличие этого факта. Дело Пассата при вас было? И ущерба. И оно было начато, когда был первым заместителем генерального прокурора. Хорошо, то есть вы хотите сказать, что ничто не было ни одного, да, что не было ни одного звонка в отношении этого дела? Например, вот я вспомнила очень громкое дело. Были конкретные звонки для уточнения некоторых вопросов, которые появлялись в прессе. Поняла. Например. Хорошо. Сейчас главный аргумент, который выдвигают реформаторы прокуратуры, звучит так. Вот с изменением способа назначения генерального прокурора появится большая независимость этой фигуры. Имеется в виду политическая независимость. Вот смотрите, для наших зрителей говорю. Раньше парламент, теперь президент. Вот скажите, в чем будет выражаться эта большая политическая независимость? Я ведь неспроста сказал, что то, что предложили парламенту, и парламент принял выйти из этого конфуза перед внешними партнерами, я не зря сказал, что это не реформа, ни по форме, ни по содержанию. Потому что все эти вопросы, связанные с так называемой формой прокуроров, упразднением некоторых территориальных и специализированных прокуратур, это вообще легкая косметика. Единственный шаг, который по форме тянет на реформу, это изменение способа назначения генерального прокурора. Но по содержанию все равно это не реформа. Я объясню почему. Реформа не самоцель. Ведь из чего исходили, когда изменили порядок? Из того, что генеральный прокурор не является полностью независимым для выполнения своих конституционных задач. Согласен, потому что назначает в любом случае мажоритарное большинство парламента. И здесь есть определенный конфуз для самого генерального прокурора. Его назначают, а потом власть начинает в той или иной степени влиять на генерального прокурора. Мы же тебя назначили, мы же за тебя голосовали. Я проходил, я был в этой рубашке и понимал, как тяжело применить закон и не слушать, или слушать, но не слышать просьбы того или иного высокопоставленного государственного чиновника. Но давайте возьмем, что меняется в результате всего этого. А президента, извините, кто назначает? Не парламент ведь? Я вам скажу так, у нас некоторые считают, что президента избирают. Я знаю хорошо конституционное право, поэтому я специально употребил термин «назначает», а не «избирает». Потому что, скажите тем сейчас, кто считает, что его избирают, да, а по поводу назначения президентом самого, ну, оставим это, вот как он будет, не знаю, тоже выбирать или назначать генерального прокурора по совету Высшего совета прокуроров. Так, в разговоре с некоторыми моими бывшими коллегами посмеялись. Соберутся 12 мужиков, так называемый высший совет прокуроров, проголосуют за Иванова. Президент в тишине кабинета, в потемках, даже так келейно чиркнет там ручкой указ президента, и обществу, и прокуратуре преподнесут очередного кота в мешке. Я вам скажу, что я назначался парламентом на пленарном заседании с участием прессы. Дебаты шли в течение практически часа. Я слушал разные. Оппозиция там, и обвинения там, и определенные свои сомнения. Но тем не менее за мою кандидатуру голосовала не только партия власти. А кто еще тогда проголосовал? Там проголосовала, фактически не проголосовал Альянс Молдова-Ностр. А остальные фракции, по-моему, проголосовали. Может быть, не все, но, по крайней мере, когда было ХДНП больше, чем просто партии. Часто... И не только ХДНП, там были представители других партий. Я уже не помню в нюансах, но то, что однозначно больше, чем партия власть, это факт. Я отвечал на все эти вопросы, и было очень, ой, как непросто на пленарном заседании парламента в присутствии прессы на них отвечать. И по крайней мере, депутаты видели кандидата на должность генерального прокурора. А сколько голосов нужно было при парламент? Вашем случае, чтобы было? 51 голос. Ну вот. Там было 60 с чем-то или 70. Да, поэтому я вам напоминаю, что вы лукавите, потому что все равно вы за вас бы проголосовали. Проголосовали, да, конечно. Согласен. Поэтому вы были уверены в конечном результате, и не такая уж это была для вас пытка. Но я даже не об этом. Не был уверен.
потому что многое зависело от того, если я бы себя представил там и высказал бы свою программу и давал бы адекватные ответы. А представьте себе, что я бы давал таким образом ответы, что при котором даже депутат от партии власти говорит, зачем голосовать за это? Он же профан, он совершенно непрофессиональный человек. Вы кокетничаете, потому что я думаю, что люди, которые уже дорастают до уровня того, что их рекомендуют генеральные прокуроры, они в состоянии собой владеть хотя бы внешне очень, деликатно и сознанием дела отвечают на вопрос. Спускают в настоящее время на парашюте прямо с небес там на заседании парламента кандидатов на должность генерального прокурора. Вы же прокурора. Себя не сравниваете. Людей, которые не проработали ни одного дня в системе органов прокуратуры. Это я к тому, что вы же себя все-таки с ними не сравниваете. Уголовного судопроизводства и так далее. Повторю еще раз, вы себя все-таки с этими людьми не сравниваете, потому что у вас другой опыт и другие, насколько я понимаю, дела и поступки после того, как вы ушли. Не знаю, в темноте президент что будет делать, подмахиватель, по крайней мере, давайте скажем так, у него будет право одной попытки, да? Но согласитесь, что это келейно. Что ныне действующий способ назначения является более транспарентным, и как-никак, но большинство высшего законодательного органа на пленарном заседании парламента после дебатов, после вопросов и ответов решает голосовать, а не голосовать. А теперь я спрошу, а где меньшее влияние на генерального прокурора, если он назначается президентом, если президент сам избирается парламентом? Это первое. И второе. Значит, все-таки добиться отставки генерального прокурора на пленарном заседании парламента намного сложнее, чем тому же президенту еще раз чиркнуть ручкой, подписав указ о снятии генерального прокурора с должности. Абсолютно вы правы. Но вы знаете, у меня есть формула, при котором можно, не меняя Конституцию, назначить по более демократической и более такой важной процедуре, при котором будет большая независимость генерального прокурора. Или этого не надо менять Конституцию, кстати. То есть вы хотите переподчинить... Нет. А что просто, вы предлагаете? Просто. По Конституции парламенту предлагают кандидатуру генерального прокурора председатель парламента. Угу. Вот эта норма конституционная, ее никак не обойдешь. Но ведь можно все лишь добавить в законе о прокуратуре, в этих изменениях, а кандидатуру председателю парламента представляет общее собрание прокуроров. Общее собрание прокуроров. И тогда кота в мешке будет сложно подсунуть парламенту. Знаете почему? Потому что выступить перед всем прокурорским корпусом Республики Молдова – профессиональный корпус. Это не просто так. С реальной и действенной программой деятельности кандидата на должность генерального прокурора, ой, как непросто. По крайней мере, эти, которые были назначены, минуя всего этого, им было бы очень сложно отвечать на вопросы прокуроров, профессионалов, как они видят будущее Генеральной прокуратуры, модернизацию, управление Генеральной прокуратуры, как они видят работу по основным направлениям борьбы с преступностью и так далее и тому подобное. А высший совет прокуроров там по должности, председатель высшего совета магистратуры, министр юстиции, несколько от гражданского общества и те же прокуроры. Нет, меня смутило другое. Дело даже не в том, что там те же прокуроры. Дело в том, что тот же министр юстиции член партии. То есть меня, например, этот момент. Если мы уже говорим так о деполитизации, вы согласны со мной? И вообще это такой вот орган, совет прокуроров. Вы понимаете как? В отношении их нужно провести такую реформу, чтобы люди, которые входили в этот совет, чувствовали себя, наверное, даже более независимо, чем генеральный прокурор, чтобы они знали, согласен, что... Да, согласен. Понимаете, вот в этом загвоздка. Генеральный прокурор – фигура не только административная, но и процессуальная. Во-вторых, нельзя рассматривать прокуратуру как правосудие, все-таки не правосудие. Никто не отменяет, что прокуратура является правоохранительным органом. И на прокуратуру также распространяются государственные задачи по противодействию преступности. Нельзя рассматривать прокуратуру как совокупность прокуроров, который независим по расследованию уголовного дела. Не совершенно так, в Европе этого нет. Я когда спрашивал, когда мы продвигали этот закон и спрашивали европейских экспертов, говорят, да нет абсолютной независимости прокурора. Потому что тот же прокурор,
которому нельзя навязывать процессуальные решения в рамках конкретного дела, но он подчиняется определенным требованиям касательно противодействия коррупции, касательно там, трудовой дисциплины, общей дисциплины, соблюдения определенных правил и методологии расследования уголовных дел, взаимодействия с оперативными органами, с другими органами, которые принимают участие в расследовании дела и так далее. Там, более того, незаконные судебные решения, которые принимает прокурор в рамках уголовного дела, подлежат иерархическому контролю со стороны вышестоящего прокурора. У них это есть. Но как создать баланс, при котором действует принцип иерархического контроля, но не вмешательство в конкретное расследование того или иного уголовного дела? Вот это сложно. Вот, знаете, здесь нужен профессионализм вот эти, и четкое да, видение. Верю. Я вас слушаю, понимаю, что это уже какие-то такие нюансы и детали, возможно, в которые все наши зрители, они не вникнут, но они задали бы, наверное, вам очень простой вопрос. Я воспользуюсь своим правом сейчас говорить от имени большинства нашего населения, потому что они спрашивают так: «Господи, да сделайте, что хотите, пусть назначают тот или этот, или третий, согласен, или четвертый». Но мы хотим, чтобы как в Румынии было так, чтобы были громкие посадки, чтобы все власть придержащие знали, что если они, значит, протянут руку, да, для того, чтобы что-то украсть, им очень больно дадут по этой руке. Почему там работает, а у нас нет? Знаете, недавно я говорил с одним представителем силовых структур Румынии, довольно высокопоставленным. Случайно мы встретились там, познакомились и стали говорить. Он меня узнал, говорит: «Я вас видел по телевизору, вы занимали ответственную должность там раньше» и так далее. И он дает очень такую неоднозначную оценку тому, что творится в Румынии. Зачастую, говорит, это одна политическая группировка уничтожает и ослабляет своих политических конкурентов. Но делает это очень тонко и очень завуалированно. Вы подозреваете, что дело всего лишь в этом? Вы сейчас разочаровываете. Это не мое мнение, это мнение профессионала, причем довольно информированного и ответственного человека. А давайте возьмем за основу и проведем маленький анализ того, что случилось. Да, у них громкие дела, да, у них они ушли намного вперед, чем мы, именно в области борьбы с коррупцией, с крупной коррупцией, с коррупцией, которая совершается людьми, занимающими ответственное положение. Здесь у них все хорошо, я согласен. Но если посмотреть, если сделать маленький такой анализ анкетных данных этих лиц, то возникнут очень много вопросов. По каким критериям, кого они представляют и так далее и тому подобное. Но я согласен, что в Румынии борьба с коррупцией, особенно с коррупцией, актами коррупции, совершенными высокопоставленными чиновниками, намного, намного выше, чем в Республике Молдова. И по количественному, и по качественному составу, и по качеству самого акта правосудия. Здесь правильно. Но народ прав, его не интересуют такие фигуры высшего пилотажа. Народ хочет борьбу с коррупцией. Я напомню ваш вопрос касательно, что мы говорили о преступности на заседаниях коллегии. Угу. Но я хочу сказать, что ведь не только в стране общество страдает только от актов коррупции. Общество страдает от насильственных преступлений, убийств, педофилии, изнасилований, грабежей, разбойных нападений. Вы знаете, я вам сейчас скажу так, общество еще страдает от того, что я, например, очень силю сейчас вспомнить, но не могу. Я хочу получить точную статистику вообще того, что происходит с числом преступлений и с раскрываемостью, потому что когда эти вопросы задавались чиновникам, вот министрам, да, ушедшим в отставку, они предпочитали говорить то, о чем им хотелось говорить. Вот один из министров всегда говорил одну такую фразу: «Вы знаете, для меня большой оценкой является то, что люди стали больше доверять полиции». Вот я не понимала, где здесь связь, но ладно, бог с ним. Сейчас хочу спросить вас о другом. Почему ушел, на ваш взгляд, Гурин с этого поста? Ведь по логике вещей он мог исполнять свои обязанности вплоть, я не знаю, до вступления в силу этих поправок. Если при условии, если будет изменена Конституция. А с учетом, ну да, что реальных предпосылок нет, он мог бы еще долго и мог бы даже закончить свой мандат. Я не берусь сейчас, вот вам сейчас срок определять. Ну почему он ушел в отставку? Вы знаете, в его искренность в том, что он ушел, выполнив свою миссию по реформированию прокуратуры, никто не верит. Я говорил с моими бывшими коллегами по прокуратуре, я говорил с журналистами, даже с несколькими депутатами, случайно встретившись. Печально то, что никто не верит в его искренность. Все считают, что это очередной ход, очередные темные мутки с чьей-то стороны.
Значит, что это движение, это определенный ход, что этот ход довольно такой вот специфический, что за ним последуют определенные шаги, но имеющие очень четкую цель – сохранить контроль за прокуратурой. И никто не верит, что Гурин ушел, выполнив свою миссию по реформированию прокуратуры. Тем более, что Европа, я думаю, что никогда не примет все, что Европа сегодня очень было. Зла, потому что, значит, когда были куплены автомобили за такие деньги, европейцы возмущались за просто. Отставку, но Европа не примет, что все это является реформированием прокуратуры. А поскольку он прекрасно понимает, что это нельзя назвать реформой, то он свою миссию не выполнил. Почему ушел? Сложно. Но сложно было находиться дальше на должность генерального прокурора. Даже не после того, как он купил в этих условиях нехватки бюджетных средств вот эти дорогостоящие автомобили. Я всего лишь процитирую несколько его высказываний как генерального прокурора. Генеральный прокурор. Его спрашивают, почему не возбудили несколько лет назад уголовное дело по хищениям в Банк Адэкономии. Он говорит, а не было соответствующего заявления. Хотя по уголовному процессуальному праву есть дела, которые возбуждаются не иначе, как по жалобе потерпевшего. И такая категория преступлений не относится к этим. Второе, что по Конституции прокуратура защищает и в том числе и публичные интересы. А сберегательный банк, там была мажоритарная доля государственного капитала. Mm-hmm. И закон не только давал ему право возбудить по своей инициативе уголовное дело, но он был и обязан возбудить. И теперь что случилось? Что пока не своровали миллион, лед не тронулся. Второе высказывание его, выступление на публичном заседании парламента, когда он говорил, что воровали мешками из сберегательного банка. Мне создалось впечатление, что он вел репортаж с места события, что не является задачей прокурора, а задачей журналиста. Ну хорошо, да, вот он понимал проблемы и ушел. А ведь потом его спросили, если ты видел, почему ты этого не воспротивился, почему не принял меры по минимализации ущерба. Одной из задач уголовного судопроизводства является не только возбуждение уголовного дела, не только наказание виновного, не только возмещение ущерба, а так предотвращение еще большего ущерба. Если своевременно среагировали, возбудили уголовные дела, арестовали кое-кого, который управлял вот этими темными схемами по размыванию, скажем, по хищению средств вот этих банков, сумма ущерба не была бы такой, не было бы такой огромной дырки в бюджете. Вот здесь я вклиниваюсь, да, и пытаюсь вот понять, то сопоставить то, что вы говорили чуть ранее. То есть получается, если вы говорите, что это часть какой-то игры, и тут же вы предпочитаете называть какие-то вещи, которые с вашей точки зрения являются свидетельством того, что генеральный прокурор был как минимум некомпетентен, это как минимум, да, в этой всей, значит, ситуации. То есть вы допускаете, очевидно, такую мысль, что именно потому ушел, что чувствовал, что кое-что наделал, так, мягко. Возможно и это, не имея, говорить и на серьезном уровне, не имея конкретных данных, довольно сложно. Потому что быть голословным я не хочу, но на основе того, что мне говорят другие люди, здесь, по крайней мере, спихнуть конфузом или некомпетентностью, непринятие мер по предотвращению вот этого еще большего воровства из этих трех банков на первоначальном этапе расследования, а это серьезные нарушения. Согласна. Тогда предлагаю вам порассуждать. Давайте так, раз условия задачи нам на первоначальные неизвестны, мы можем посмотреть дальнейшее развитие или спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, тогда, возможно, нам станет кое-что известно. Что я имею в виду? То, как будет назначен следующий генеральный прокурор. При каких условиях? То есть это будет вот сейчас этот парламент будет рассматривать эту кандидатуру по предложению, значит, все-таки Совета прокуроров или по-старому вообще закону, то есть сложно здесь предугадать. Либо будет исполнять обязанности, да, значит, тот, кто сейчас их исполняет, это Эдуард Харужин. Харужин. Да? Он является первым заместителем по закону, да. Исполняет обязанности. И будут совершенно спокойно и чутненько ждать себе, когда вот выберут президента, да, и вообще этот парламент, ну, его подождем, когда президента назначат, как вы говорите, принесут ему эту бумагу с фамилией, и вот он, как по одному из ваших прогнозов, возьмет, скажет, да, и подпишет.
Сложно говорить, по какому сценарию будут развиваться события. Давайте возьмем первый случай – исполнение обязанностей генерального прокурора. И вообще можно исполнить до бесконечности. А знаете почему? Потому что первый заместитель назначается самим генеральным прокурором. При отсутствии его никто не может снимать. Поэтому он может вечно исполнять обязанности генерального прокурора. Скажем, то есть его так. Не может снять парламент, а кто его снимет, получается? Если он назначается, нет, если он назначается генеральным прокурором. Назовите просто вещи своими именами. Да. То есть парламент его снять не сможет. Не сможет. И совершенно чудненько. То есть это означает, что вы больше склоняетесь ко второму варианту, что будут ждать президента? Либо при наличии такого большинства, как некоторые говорят, очень уверенного в себе? Можно по старой процедуре парламентом, но по принципу, хотя закон вступает в силу эти изменения в августе, 1 августа, по-моему, насколько я там полгода помню. Нужно отсчитать. Да. То они могут сделать эту процедуру, высший совет прокуроров представит кандидатуру генеральному президенту, по принципу маслом кашу не испортишь. А что, будет публичный конкурс, там, будет ли ныне исполняющий обязанности, или другая кандидатура, неважно. Но будет сымитирована довольно демократическая и транспарентная процедура предложения кандидатуры председателю парламента. Но будет представлена та кандидатура, которая... в отношении которого, которая устроит всех, скажем так. Хочу вас спровоцировать. Хочу спросить, остались ли у вас амбиции для этого поста? Всегда были амбиции. И вы знаете, здесь вопрос двоякий. С одной стороны, мне не хочется быть на этой должности с точки зрения карьеры или с точки зрения кому что-либо доказывать. Я уже все доказывал. Поэтому для меня эта должность не является такой вот, как бы определяющей мой статус. Эта должность связана с огромной ответственностью и больше с негативом, чем с позитивом, потому что всех генеральных прокуроров общество и масс-медиа пилило, ну, отчасти было и за что, потому что я... Это я бы сказала неправильно отчасти, в основном было за что. И такая щепетильное направление деятельности, как борьба с преступностью, как правосудие. Ведь возьмем акт правосудия, при любом раскладе кто-то остается недовольным. Если там наказание устраивает потерпевшего, то не устраивает подсудимого, осужденного. И наоборот, если там наказание другое, потерпевший скажет, а судит-то кто, а всех купили, нет справедливости и так далее. В этом есть и суть, что наше общество еще не готово воспринимать акт правосудия, каким он есть. Но вопрос не в обществе, а все-таки в качестве акта правосудия и в качестве той работы, которую ведет правоохранительная система. Вопрос вообще-то был в ваших амбициях. Мои напомню, У меня амбиции не связаны с тем, чтобы занимать любой ценой любую государственную должность. А я не сказала любой ценой, я наверняка... Я через это проходил. Но видя, в каком состоянии находится, любой ценой, в смысле, лишь бы занимать, то есть, скажем так. Ну, это звучит как-то так. Любой ценой, лишь бы занимать. Тут каждый телезритель подумает, что за цена была. Не, я имею в виду, лишь бы занимать. Я проходил через все это. Для меня эта должность означает возможность реализовывать свой потенциал в плане улучшения деятельности прокуратуры, повышения уровня доверия общества к этому органу. Понятно, вы сейчас скажете много красивых слов, и я думаю, это что так. Это может быть искренне. Не, но давайте скажем еще честнее. То есть для этого, чтобы что-то случилось, должен быть ряд обстоятельств. Согласен. Для вас вот какое обстоятельство явилось бы самым значимым? Вот в этой очереди. Понимание, что дальше так нельзя, что необходима программа, серьезная программа по борьбе с преступностью, особенно по противодействию коррупции, по противодействию хищению госсобственности и публичных финансовых средств, возможность сформировать команду, возможность действовать по конкретной программе. Если, допустим, люди понимают это, что дальше нельзя, что нельзя симулировать борьбу с преступностью, борьбу с коррупцией, что нельзя делать показатели на несчастных людей, которые изредка из-за нищеты, хотя я не оправдываю воровство, вынуждены украсть что-то. Нет, у нас давно другое. У нас, знаете, как говорят, если ты украл мешок картошки, ты будешь сидеть в тюрьме, а если ты украл миллиард, тебе дадут орден дружбы. У меня, кстати, есть видение. Дело или в том, что в 2008 году мы уже декриминализировали, это была программа прокуратуры, декриминализация уголовного законодательства. Вы знаете, какова была та сумма хищения, по которому возбуждалось уголовное дело? 100 лей. Мы предложили 500 лей.
потому что в условиях 100 лей половину общества можно было спокойно криминализировать, делать преступником. Боюсь, а вот эти больше, мелкие, пусть идут в разряд административных правонарушений. Вот это первая часть, декриминализация и перевод в административных правонарушений. Мы не можем себе позволить роскошь расследовать по этой сложной, затратной процедуре мелкие правонарушения как преступления. По полгода расследовать, по полгода рассматривать судей и получить наказание тот же административный штраф. Можно их сразу перевести в разряд правонарушений. Это первая часть. Второе, надо реформировать не этот закон бесконечно, а само уголовное судопроизводство, начиная с регистрации заявления о преступлении и заканчивая вынесением окончательного приговора по уголовному делу. Это очень емкая и затратная процедура, и запутанная. Переведя ряд нарушений, преступлений в разряд правонарушений, пусть занимается полиция на местах. А по сложным преступлениям, преступлениям экономического характера, коррупционного характера и другого рода тяжких и особо тяжких преступлений, создать национальное агентство по расследованию. Тем более, что мы не открываем Америку. У меня такое впечатление, что вы уже как бы даже у тебя так сейчас настолько подготовленно говорите, это что в Российской Федерации есть Следственный комитет. А я думал об этом, это было в пакете моих предложений на 2010 год. Создание национального агентства по расследованиям. Вот такой прообраз ФБР или Русского следственного комитета. Тогда прокуратура занимается руководством этим уголовным преследованием и поддержанием государственного обвинения в суде. А по мелкой преступности, по легким преступлениям, не тяжким преступлениям и по правонарушениям полиция на местах. Тем более, что здесь не нужны деньги, это своеобразный кубик Рубика. Собери оперативный и следственный аппарат из органов уголовного преследования, получается национальное агентство по расследованию. И логистики, дополнительных затрат просто никаких не нужно, но эта структура будет независимой. Мы можем обеспечить независимость генерального прокурора, но при отсутствии дефектного или неэффективного уголовного преследования прокуратура ничего не сможет сделать. Она является ведь последним перевалочным этапом по пути рассмотрения уголовного дела в суде. Я слушаю вас и предлагаю вам компромиссную формулировку, что нужно. Мне кажется, она устроит всех, и она будет правильной. Потому что вот мы с вами говорим, и вот все мои собеседники в конечном итоге приходят к выводу, что все у нас так устроено, что зависит от того, кто у власти. Ну вот так. У нас такая... Очень стыдно. Очень стыдно, но это так. Поэтому мне кажется, что реформировать надо не только прокуратуру. Саму власть. Да. И саму власть, и еще власть. Зайду дальше, и само общество. И само общество. Которое выбирает эту власть. Согласен. Как-то так. Согласен. Благодарю вас за беседу. Интересно она у нас получилась. Не знаю, посмотрят ли ее люди, имеющие отношение к прокуратуре. Но мне кажется, что зрители могут сделать для себя много важных выводов. Спасибо. И вам спасибо. Если есть 30 секунд, я воспользуюсь случаем, хотел бы поздравить и вас, и всех женщин Республики Молдова с предстоящим праздником 8 марта. Пусть этот праздник чуть-чуть архаичный, из прошлого, но если в этот праздник мужчины становятся более внимательными и галантными, а некоторые из них сохраняют это чувство и на целый год, то уже этот праздник имеет право быть. С праздником вас, дорогие женщины. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания и с праздником.